Так, ребят, всем привет. Сейчас вам покажу, как сделать. Многие меня спрашивают, как сделать сброс инспекции и сервиса масла, который у нас загорается, да, ключик этот и напоминание о замене масла. Без вахкабеля и каких-нибудь приблуд користы, там, ОБД-разъемов. То есть все достаточно просто. Вот смотрите, у меня, как бы видим, сейчас уже 400 километров светится до замены масла. Масло я поменял раньше. И ключик видим, да? Инспекционный сервис меню. То есть сейчас мы его обнулим, чтобы у нас оно не вылазило при, ну, как говорится, при постоянном старте двигателя. То есть, значит, что мы делаем? Глушим автомобиль. Зажимаем кнопку SET. Держим и включаем зажигание. Все, у нас... И нажимаем вторую кнопочку. Все, видим, ключик у нас пропал. И теперь эта штука у нас уже не будет загораться. Так, смотрим, смотрите. Включил. Все, напоминания у меня уже нету этого, видите? То есть все достаточно просто. Если же у вас горит ключ, еще есть тут такой параметр, 2 задается, грубо говоря, замена масла, я себе выставил там через 7000. И есть еще такой параметр, как инспекционный сервис. То есть это там приезжаешь на плановое ТО, он там выставляется с сервисменами там или 30 тысяч, или 40, ну по-разному бывает у каждого. И тогда вам будет просто здесь гореть ключ и постоянно надпись еще высвечиваться, типа сервис там что-то или инспекция. То есть сейчас покажу вам, как его сбить. Так, смотрите, мы включаем аварийку просто. Так, на включенной аварийке зажимаем кнопку SET. И включаем зажигание. Включили зажигание, отпускаем кнопку и держим вторую кнопку 20 секунд. То есть держим 20 секунд, но у меня этого сервисного меню нету. И потом, грубо говоря, аварийка работает. Мы отключаем, отбрасываем эту кнопку через 20 секунд и выключаем аварийку. И все, у вас будет сброшен уже и инспекционный сервис меню. Все, ребята, дерзайте.